15 мая ежегодно отмечается Международный день семьи. Этот праздник сравнительно новый. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Несмотря на это, он уже полюбился большинству людей, для кого семейные ценности стоят на первом месте. Семья – это самые близкие для нас люди, те, кем мы бесконечно дорожим и очень любим. С семьи начинается жизнь человека, ведь именно там встречают появившегося на свет малыша и окружают его родительской любовью. С Международным днем семьи всех славянцев поздравила начальник отдела ЗАГС Татьяна Печеная. Я поздравляю всех женщин, поздравляю всех мужчин, которые сделали женщин счастливыми. И поздравляю все семьи, которые сохранили семью, которые создают семью. И хочу, чтобы так было вечно. Чтобы ни одна семья никогда не почувствовала горечи расставания. Развитая социальная инфраструктура Славянского района, эффективные действия программ государственной поддержки семей – все это способствует развитию благоприятной демографической ситуации в нашем районе. В этом году на 13 мая зарегистрировано 580 рожденных малышей. Это на 20 больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день у нас девочки, рождение девочек, опережает мальчиков примерно на 20, на 18. Но я думаю, мальчишки подогоняют. Самые имена редкие, которые дают сейчас, на сегодняшний момент, в этом году, это Юрий, это Николай, это Эвелина. Это самые редкие имена, которые дают. И Яна. Самые частые имена, которые дают у нас, остается Артем уже 3 года, Данил уже 3 года, Анастасия и София. Дети – это большая радость. В детской улыбке все счастье, а в их глазах целый мир. Татьяна Печеная рассказала о еще одной положительной тенденции, которая наблюдается в нашем районе. Самое большое количество мамочек от 30 до 40. И в этом году впервые мне хочется назвать цифру, которая скажет о многом. 6 мамочек решились родить деток после 45 лет. Первых деток 220 и вторых деток 220. Почти 100 жителей Славянского района пошли на третьего ребенка. Это я говорю на сегодняшний день, вот прямо сейчас. Еще 25 пошли на четвертого ребенка. И еще 18 пошли на пятого. Уважение, доброта, терпение – вот спутники счастливой жизни. Очень важно, чтобы семья была настоящим домом для каждого человека. И каждый знал, что есть на свете люди, которые всегда и во всем поддержат его. Ведь крепкая семья – это основа сильного государства. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».